На Можайском шоссе к сотрудникам ДПС обратился водитель такси. Он обнаружил на дороге двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, которых посадил в автомобиль и передал госавтоинспекторам, сообщили в пресс-службе ГУВД России по Московской области. Детей доставили в Лесногородский отдел полиции. Было установлено, что мать, 34-летняя местная жительница, высадила их из машины на заправочной станции и уехала. Так она хотела проучить сыновей за плохое поведение. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту оставления детей в опасности. Ведется следствие.